Ну, сколько? Кто? Какая команда? И все. 10 человек. А, 11. Ну, ладно, все. В прошлом году они не играли. Они тоже в цели. Да. Ну, выглядите, нет. Кто? Да. Густионов, что-то у нас ничья 1-1 была, что ли, да? Вроде бы. Или проиграли? Вроде проиграли 1-0. Может, или проиграли, да. Там. Ну, они сегодня должны, и уж что вроде нас. Как в прошлый раз не оплошаем. Да, что бы по один не брать, да, поставить. А кто это 72-й? Где? А это Рома. Эх, надо еще ко всем привыкнуть. Ведь первый вроде Богдан Рыжов, да, если не ошибаюсь? Нет? А вон Себастьян. Да что ты выкинуть не можешь? Да. Какой-то испанский. Вообще по-русски не можешь. Ну так, сейчас вот 4 месяца только испанский. Он сам в расцвете сел. Колумбиец наш. Тьфу-тьфу. Замена, Виталий! Замена! 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 Замена!
Еще игровая ситуация была. Один раз был. Второй, что второй раз. Давайте наши. Ай-яй-яй. Он сейчас подпрыгнул, а мог не подпрыгнуть. Ну, Максим бы исполнил. Он Ну просто показалось, как будто Динара просто подцепили сзади. Из-за этого он не успел протолкнуть мяч. Игорь в центре сегодня. Да ладно, что такое уж. Все как-то исполняют. Что, Васильевич ушел, что ли? А, он. Чуть-чуть точнее, подальше, ближе к воротам.
Ой-ой! Я тоже удивился. Не, он самый подборд. Самый последний, он на подборд чёрт. Так он, в принципе, защита не хлопнул, но что-то защита хлопнул. Ну, он вперёд, но всегда. Ты смазал объектив, да? Какой объектив? Ну или что у тебя? Штатив? Штатив, а? Только не слышно же. Значит, смазал. Я уж думал, эта тема уже как год забыта. Так никто потом больше не приезжал. С лета. Конечно, встань так же, маленький. Да, что за ебаный, да? Я что-то типа больно, ну чё уж, я просто так упал. Ты отключи звук. Не надо. Комментариями полезнее. Чё вы? Хорош, вы чё делаете? Кто ещё играет? Что-то он сегодня перебеги будет. Перебегает. Много бегает. Много бегает. Да, раньше вообще так не стояли. Защиту что-то маленькую пошли. Полностью. Братья? По телевизору, что ли? Братья, что ли? Русские. Себастьян, конечно, выпустил, он будет много нудить. Он сидит, да, останавливается. Кстати, третий тур идет у нас. Наш второй же у нас. Нет, третий. Потому что второй перенесли на мой. Отлично. Вот дай сразу. Хорош. Не. Не был уже. Бля, вот я прям смотрел, был офсайд, не был офсайда. Нет. Он замерз, видишь, у него все потекло. Бокового просто. Поэтому отвлекся. Давай, сейчас левый набег, ворота! А он привык просто, что вратарь все будет отдать. В основном все спорные. Ешь его! Хорош! Через центр же сыграл бы. Ты так, проездом? Смотреть на вас, как проездом. Ну, дай пасту, пасик дай сразу. Ой, ты что надел? А ты так не играешь, что ли? Я нет, простыл я. Блин, ну а что? Никак не могу вызвать просто. Как дела? Че к нам не пишешь? Я решу пока. Я так чуть-чуть делаю. Ну, боюсь. Здесь.
Равноценные. Тоже ногу повредил. Петрович после травмы играл вратарь 2. Ну и Дэн восстанавливается там же тоже. Вообще, как вот можно там восстанавливаться? Здесь... Вы знаете, что я скажу? Чего не хватает? Какой-то задорности у игроков. Да, они почувствовали все, как будто сначала что-то идет, идет, у них все, значит. О, убежи, блин. Там Ильнур в центре. И 35-й. Тоже.
Берг что-то не поставил основу, вообще хуже просто. Высоко ты, низов, низов! Что-то на поздней тренировке не попадает. Нет. А, ну, а, да, на поздней, да. Отдай назад, а! Уже второй вне игры, который не знаю откуда вой. Ну давай еще раз дай. Конечно, никто это даже сразу не съедает. Дает развернуться. Конечно, они смотрят себе. О, давай. Дай Динару. Хорош. Сам. Отлично. Ну куда ты? А, не торопился. Зачем? Никто не трогал. Вот этот 71-й, один для гуляет. Возможно. Конечно, они интересно смотрят. Оп. Нет, конечно, похоже на его. Давай. Реализовать надо, вот они раз и один реализовали, а мы что-то практически не реализовали. 3-3 выходим уже, как бы, да? Фортуна, она такая. Одного обыграю, и все. Сейчас, Давай сюда никто не играет. Если честно, тут не играет.
не с таким толстым. Да, да, да. Я не подумал, что не лучше, блин, говорить. Да дай паста! Вот и всё! Не надо, не откройся! Хорош! Ой! Ой, извините! И все потеряли зону. Точнее, позиции. Игры, что ли, получается? Давай, 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 там пока центр тяжести, пока. Первый выходит. Отдыхается не очень. Я ей говорю, что ты... Зачем же закусить? А, вот это как бы. А это вот это будет делать. Я не знаю, что с вами делать. Оп, хорош, хорош, делай коля! Делай! Куда ты? Ай, блядь. Дима! Ну что вы? Угловой? Же. Нет? А что сидит? А? Нет, он такой. Я подсорю. Он левша бьет, левша. Настроим. Ну, что-то кого-то не хотел. Так просто. Вышли погулять. Три один. А кому? Хотя вообще. Купидону. Купидону нормально, конечно. Ну, Динарчик, ну что ты, а? Ну, хотя 1-0 выигрывали. Там тоже был там еще два раза. Да что, мы пенальти не забили. Конечно. Ну да. В один не забили. Тоже еще опасный делал. Мечи вообще плюшевые оказались. Какой? Они макаются. Я вижу, вообще пиздец. Там вон он, короче, он короче поднимает вообще просто. Было. Может, что не замерзнуть. Что я вообще есть, да? Может, это блоха под мышкой укусил, ёпта. Нервный тикает. О, бля, сразу. Заберем сейчас нервную. Давай, давай, Динарчик, ну, запанись. Сам все сделай. Привет. Здесь нет. Давай! Делай! Куда ты вообще сунешься? Че не пошел? Хорош, хорош. Вот куда? Куда ты в ней игры лезешь? Да, елись уже, наверное, не могут поднять. Не могут поднять, робот, тяжело. Че, Леша такого маленького? Что-то у нас сундук какой-то. Вообще, кого-то забыли, что надо делать.
Завтра? Еще раз и мужа, но... Ну, Сошко. Ну. Ну куда? Че на мяч ты не пошел? Что куда ты? Где ты вообще там? Ты сам по себе бегает, блядь. Надоелся с ним особо. Че, пойдем? Есть там чем работать. Ты что? Ну, да. Где-то примерно еще 10-12 минут осталось. Сколько снимаешь? Так, ну где-то условно, если взять расчет, что 4 минуты они там выходили все на поле. Ну где-то, сейчас скажу. Ну 28-я примерно минута. 28-я? 28-я. Может чуть поменьше. А, угловой. Ну давайте. Запихните им. Чё было-то? Блин, оружие, блядь, надо продолжать. Чё ты, блядь, 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 блядь,
Кому? А? Кому он говорит? Я не знаю, судья говорит. Слева! Вот так, вот так, куда ты ушел? Динар вообще не ожидал. Спят. Вот и все. Пиздец, ебать. Я вообще охуел, когда защитник. Саша, подожди, ты слышал такой блюф, что правильно ты так бегал, а потом ты блюф, ты рассказывал про отец? Ну ты же знаешь, Саша, у него есть кто рядом, нет его, сначала надо вот так сделать. Да. Да, и да, да, Бармен там, блядь, в два раза толще меня сидит. Вот этот, куда сейчас перевести? Сможет левый далеко так? Не успел офсайд сделать. Так надо, блядь, не надо убежать смотреть. Вот твою мать, он защитник. Не, вот это сейчас перевести. Гони за ним, догони, подальше. А что вы будете делать? Когда смотрите? Ну, в динамике игры, да я то, что в заднем раз бежал, за ним. Ну, как раз так и были, это Четвертый вроде. Четвертый там выходила. А выходил сколько всего? Четыре? Нет, восемь. Там, короче, кто-то выходил, кто-то в стыки играл. Ну, да? Четыре стыки, четыре напрямую. А вы напрямую ушли? Да. Потому что перед нами был Бен Канери, третий. А первый, второй, Феникс и Казань заняли. Точнее, Казань был первый. Бил бы уже. Ha ha ha!
Я? Что расскажешь? Вообще разнос мозга всем. Какой 2-0 вообще? Ну, что-нибудь, ну. Ну, кто-нибудь откройтесь, а? Хорош, давай, Динарчик. Ну, как там? Ой, ой. Ну, Ромку, давай, вешай быстрей! Как так-то, ты че? Сунул просто туда и все. Дай мне до конца уж, а? Я говорю, что расскажешь из этого? Что там говорят внизу? Полный разнос? Сейчас, значит, снова что-нибудь. Дай Максим, дай Максим, да. Должны сейчас это. Психануть маленько, если уж. Как уж так так? Ванозин, что это сейчас? 2-1 тогда. 2-0 сейчас, блядь, ты че? Команда-то не сильная совсем. Хорош, Динарчик. Ну. Знаешь, как будто они боятся в отбор идти. Как сказать, такой немного жесткий. Ой-ой-ой! Come on.
есть такие нападающие у нас? Да нет таких нападающих, но вообще не такие нападающие. Игорька и Альберта ставят в защиту центр. И все. Самый вариант. Ну там подходной двор. Первый гол. Динар что-то тоже чем-то на тренировку вообще возит. Чего возит? Я его последнюю тренировку закрыл. Он вообще, мертвый был. Реально? Просто скажем то, что не до настрой, и все. Больше ничего. Че, опять туда? Да ладно, вообще че. Офсайд же, а, Макс! Ну что ты просто? Эх, жалко, Тимуру комментариев не хватает. Он такого сказал бы. Че это? Че, желтый что ли дал? Ладно уж 3-0, ну давай уж побыстрее тоже. Че тоже? Oh,
Ну, Макс, а! Да. Кошмар. Давно так не играли. Ладно. Зато на ошибках учимся. Может, нормально потом будет играть. Что, дождь что-то пошел? Но... Хорош. Дай, как не простенить, дай, все. Ну как опять у него мяч? Да ладно, чё ты? Играйте, чуть-чуть играйте. Типа не стало места, что ли? Нет, тоже хотелось меньше. Ну! Лично! Спартанец, ты че? Ну, он пишет, обратился. Дай! Хорош!
Какой добрый тренер, блядь! Ты что сейчас забываешь тут цепочку снимать-то? Максим, хорош! Нормуль, давай, Максим, смотри, не... Скорости не хватает. Вот тут, смотри, вообще, да? Я не сказал, а кто так делает, зачем так говорить? Я изменился, а ты зачем-то, зачем мне дураком обратно? Я же изменил, сказал, я изменяюсь, хочу как дурак. Ну, давай, Динарик. Ударь! Куда ты лезешь? Ну, ну, вон, там дальний, где? Блядь! Как так, я головой? А что, никого нет, что ли? Никто не хочет забивать сразу. Давай, Максим! Эх. А в том году уже вроде так и проигрывали. Молодец. Да ладно! Да ну как так-то? Нет. Судья помогает. Помогает, да, легко. Что забил то? 4-0 типа. Что, Дима что ли будет бить? Алмазей, давай, Алмазей! Давай, Димка. Он всегда так делает. Он вот перед выжидает, куда пойдет. Сейчас я. Кто может? Учитесь! Нет, а что, четкий так? А что, с какой ноги? Подождал, да, ты куда пошел. Уверен, типа, да? Ну, все, вроде пенальти забили. Ну, так давай. Ром, хотя бы один забили, хотя бы один. И то да. Головой проиграл.
Так никого-то и нету. Тяжело играть. Давай, давай, давай. Ну, давай, Максим, хорош. Давай! Ну, давай! Давай! Молодец, Антон! Это вообще... Ему надо быстрее расставаться. Я не играю. Хотя, кстати, ожидал сегодня дождь. Блин, потом еще Рубин смотреть надо идти. Интересный. Всегда у них практически. И Нур... Ну, блин, как так, а? Ильнуру надо в дубль сослать пока, на время. Так, сейчас скажу. 11, 12, 24 минута. Проснитесь! Ты что тут, я вообще застыл, ёпта, если честно. А вот кого 30-го так держат? Просто на всякий случай. Два видеооператора. А кто на него-то? Опять дает. Самый главный. Давай!
Что-то Олегина нет сегодня, да? Давай, Альберт! Давай, 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 Динар! Ну как, а? Ну что такое? Вот Динар, что это? Нет, ну это что-то тут там. Нам хотя бы несчастливый, 4 получили. Только самое главное, чтобы не в меня было бы. Да ладно, что, штрафнул? Каждый год там можно попробовать. Нормально, идет все плохой, блядь. Давай, дубы! Второй, короче. Отсюда вратаря едет! Попробуй, ну как ты не краплёный, блядь? О, пиздец, блядь, думаю. Правый фланг вообще забыт. И это сейчас обратно. И сюда, левая, дай нам сюда. Давай, 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 назад! Ну не понимаю, что делать, что с ним делать ты, блядь. Куда дать? Вот, Макс. Хорош, Артур! Давай, давай, Максимка. И бей, давай. Бей, бей! Ты нахуй ты сюда идешь, ёпта! Пиздец, он куда пошел? Он зайти, всегда так, он зайти всегда. Хотел в ворота. Ему надо всех сначала зайти. Пиздец. Побил, ты все, просто. Пора, он с враг, кстати, не бьет. Это вообще, это вот видишь, там со стороны, наверное, смотрит, ну, нормальный человек, и вообще, и вся команда, причем, пол, все, ни один с одной ноги не были. Причем они несколько раз так, ну, несколько раз, ну, блин, такие, оп, оп. Бля, ну, это видишь, на дороге, я тебе говорю. Это нормально, такие, как ты. Ну, у нас зеленые здесь. Ходи такой. Сзади, Виталий! Че, никого нет, что ли? Сзади, сзади, Виталий! Ой, не точно, блядь. Ой-ой-ой! Да быстрее. Дали же один раз, он убежал, и все нахуй добавить. Максу скорости. Алло! Ну, бля,
Что теперь, дедовать человека? Что ты что-то вообще думает. О, Рената. Вон он стоит, что-нибудь нет. Ебался уж пацан. Ну, там охренеть, там охренеть. Ну, загнать его теперь. Пропустишь сейчас, пропустишь. Да ладно! Ну ё! Опять игры, где там не дает. Вообще как бы. Сам себе. Ну да? Это что ли? Ротар 2 там, оказывается. Я так бы сказал же, хоть один забили. Вот это да! Макс, одевайся, все! Пули не дают, им там на фланге. Как будто земельный. Ай, хорош. Ну, я достал, да? Хорош! Че, рука что ли? Артур, давай! Включи свой молодец, полон. Красавчик, да, размочил. Побрось.
Прикинь, что И Бог был в тот момент, пока ты не позвонил. Все моменты. Пошел ты нахуй со своим ремонтом. Ладно, шучу. Давай. Останавливайся. Ну оно ж в саду и что кусает. Один центр. А он один. А что, вам проехать? Откуда поедем? Приезжай, я тебе сам. Ай! Ари! Да ладно. Я не знаю, когда. Пока собираемся. Нам пока так. На футболе. Студент там машину делает. Че, он в сервисе говорил, что ты с ним хорош на зе! Садись, Артур, садись! Давай! Влад! Остановился, что он там? Иди, мочи! Хорош, Артур! Съешь его, Артур! Головой! Максим видел, да? Он в защите. Максим, видишь? Не может ничего. Он сначала пробовал и так бежал. Давай, Коля! Короче, быстро бежит, значит, отойдем.